Добро пожаловать на канал Hard Reset Info. Сейчас я вам покажу, как на телефоне DoPro P5 включить точку доступа. Заходим в настройки, беспроводные сети, еще режим модема, точка доступа Wi-Fi. Активируем ее и можем ее теперь настроить. Можем изменить имя сети, можем изменить пароль. Можем также просто убрать пароль и сохранить. Собственно, чтобы сделать это гораздо быстрее, просто смахиваем шторку, листаем вправо и нажимаем на точку доступа. Так она включится либо выключится. Также можем зажать и попадем, собственно, в этот же раздел настроек. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, а также посещайте наш сайт hardreset.info. До новых встреч!